Друзья, мы в Краснодарском крае. Сегодня пособираем грибочки, побываем в туре у Кристины, а то все. У меня туры, у меня походы, вот побываем у Кристины в туре. Кристина занимается организацией грибных туров, собирает грибы, также ведет канал под названием «Культ леса». На дворе сейчас вторая половина апреля. В Подмосковье идет слой сморчковых, начинается сморчковая шапочка. Какие виды сморчков у вас здесь попадаются чаще всего? Больше всего у нас конические. Прямо хорошо, активно попадается. Меньше всего уже попадается настоящий, он практически последний. Также хорошо идет полусвободный, но его собирают меньше. В основном это коника и настоящий. То есть вот эти виды сморчков у нас растут. Кристин, пару вопросов. Как в этом году сезон? Сезон слабый, скоротечный, я вам так скажу. Саша, ты приехал практически в последний вагон, потому что мы уже отсобирали сморчок настоящий, сморчок конический и полусвободный. Шапочка была еще 3 недели назад, и она была также скоротечна, практически 3 дня. Поэтому сегодня у нас очень-очень маленькие шансы успеть в этот последний вагон заскочить и что-то собрать. Конечно, будет немного, но зато будет приятно. Добро пожаловать в наш Краснодарский край. Пойдемте гулять, искать грибы. Мы сегодня на тихой охоте с Александром Грибновым. Приехал к нам из Москвы. Всем привет, кстати, давно не виделись. И мы решили поводить его по нашим кубанским лесам, по таким зарослям. Это, конечно, не московский чистый лес, но зато у нас тоже есть грибы. Так что ищем. У нас первый красавец. Морчок конический. Кто нашел? Кто собирает? Марина нашла. Вот Марина, смотри, поставила корзину. Да, смотри. Прям за корзиной. Ну, мы только зашли в лес. Это первый. Вот они попадаются. Да, внимательнее. Тоже красавица какая. Ой, какой хороший. Ага. Есть еще один товарищ. Красавец. Смотри, сюда. Прям тут? Ну, конечно, прошу. Подожди, мы сюда из ванны. Сюда из ванны. Там вышку видно. Надо. Хорошо. Смотрите, кто тут у меня. А? Кто тут спрятался? Прям вот под деревом. Вот он. Колпак. Самый настоящий сморчок. Друзья, первая поляна хороших сморчков. Большие размеры. Смотрите. Тут у меня 1, 2, вон там вдалеке 3, 4, 5, 6, 7 валяется, вон гигант, 8. Нет, ну это надо делать фотографию. Отсюда его даже не увидно. Не увидим его отсюда. Вон он красавец. Красавец. Молодой. И пахнет классно. Так, позади, смотри, сколько. У меня руки уже закончились. Угу. Вот. Собирай. Ой. Есть. А этого нога какая? Ой, боже. Сморчела гигант. Сморчела. Ну что, и здесь еще. Самый крупный, это о, вот этот еще собрать попробовать. Вот. Есть. Такая вот лепота, а? А этот как? Гигант. Ого!
Обалдеть вообще, размерчики, конечно. Такой можно прям букет насобирать. Этот прям хороший. Вот еще классный. Ну, этот уже постарше прям. Тоже ничего. Такой вам букетик. От Кубани в Москву. Темный-темный. И здесь еще. Класс. Ты ни один не задавил? Нет. Грибник пришел в лес и увидел это. А это оказалось грибы. О, вот этот шикарный. Не перерос, не молодой, но прям зачетный. Аккуратно разворачивайся. Прям вот на одном месте поворачивайся. Голову надо. Нет, прямо сзади тебя, за спиной. Прям аккуратно, аккуратно. Еще, еще, еще. Я не вижу. Еще, нет, еще назад. Еще. А вы это видите? Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот. Да, да, да. А, вот оно где. Спряталось. Солнце пустыни. Надо прям копать. Большая поляна. Здесь, наверное, штук сейчас 11 нашли с одной поляны. Вот. Да, да, сейчас подожди, мы придем, все снимем. Все надо снять. Там попался. Кричат, сморчок настоящий. А у Кристины здесь. И уже на уши. Аурикулярия алфавидная. Гриб муэр. Тоже у нас очень популярный гриб, потому что он очень вкусный. Китайский черный древесный гриб его еще называют. У нас продают его сушеным в магазинах. Иудина ухо. Видите, как похоже на ухо? Растет на гнилой бузине. И называется Иудина ухо. Знаете, да, почему? По легенде, потому что Иуда повесился на бузине. Теперь на бузине вот такие ушки. Что из него делают? Его также добавляют и в салаты, и просто можно пожарить. Кто-то сушит, суп кладет тоже. Очень ароматный грибок. Но, по сути, он безвкусный. Потому что вкуса никакого не имеет. На вкус как хрящ, как желе. То есть какой приправой ты его удобришь, такой он на вкус и будет. Окей. Виталий гуляет. Лазит. Опа! А у нас, похоже, сморчок настоящий. Да вот настоящий попался, класс. Не, у меня хороший прям. Сморчок настоящий. Это как в Пятигорске собирали. Блин, по вкусу мне пока, наверное, фаворит. Дура такой. Сюда его. Корзиночка наполняется. Размеры хорошие сейчас. У меня тоже настоящий попался. Ну, уже такой переросток и... Почти что упал. Ну, нормально. Не, хороший, хороший. Шляпка белая, светлая. Не, он свежий, он даже не червивый, ничего абсолютно. Потрясающе. Хороший гриб. Вот он пахнет вкуснее, чем конический. Мне почему-то. И мне по вкусу он тоже больше понравился. Сморчок настоящий. Мне кажется, это просто король. Прям нежный такой. Король лесов. Смотрите, какая вещь здесь. Очень похож на наш ягель. Я думаю, что это он и есть. Природа Краснодарского края удивительная. Целый ковер. И цвет такой удивительный. И не салатовый, и не белый. Свойский. Но, возможно, это не он. Вот кто в курсе, напишите. Здесь у нас были крики, что обнаружены какие-то удивительные вещи. Я отсюда вижу. Те, которые справа, да? Справа, слева, а потом вперед. И все лежат. Так, прямо у ног. Главное не подавить. Идем через кустики, ставим корзинку. Вот это да, Сморчок настоящий. Раз, два, штуки есть. Вижу еще один, вижу, да. Ну ты иди туда, мы достанем. А я вот это, наверное, заберу. А дальше? Дальше еще? Ой-ой-ой, а там будет фотография сейчас. Мой вот этот. Этот заберет. А вот это вообще бомба. Вот эта семейка достойна фотографии. Яй-яй-яй.
сморчок настоящий. Ой, сколько их здесь. Размер-то какие. Ай-яй-яй. Сейчас все разгребем. Сделаем фото красиво. Какие плотные, хорошие грибы. К нам в корзинку отправляются. 15 минут, пол корзины. Еще один. Прекрасное состояние, просто прекрасное. Будет сегодня съеден. Сезон сморчковых начинается, как правило, в апреле. После схода снега. Если снега было немного, то он начинается раньше. Если снега много, он начинается позже. И продолжается 2, 3, а порой 4 недели. Сначала начинаются сморчки в Краснодарском крае, а потом параллельно им выстреливают сморчки в ростовских степях. Так называемые степные сморчки. Сезон достаточно такой широкий, и можно успеть на тихую охоту, если вы собрались отдохнуть, вполне себе успеете заскочить на тихую охоту либо в ростовские степи, либо в Краснодарский край в лесочке. Кристина мне рассказывает про интересный гриб. Белолистник бокаловидный. В народе у нас его называют буратино, потому что на вкус он, когда вырастет, вот пока в таком виде, его можно взять и съесть, он еще будет нормальный. Если он перерастет, станет крупнее, он будет уже просто резиновый, полудеревянный, поэтому и называется буратино. Как с трутовиком серно-желтым. Он пока молодой, сочный. Да, потом на вкус как пень. А потом как пень. Вот пока он молоденький, можно брать, но обычно этот гриб собирают, ну, совсем в голодную тихую охоту. Пахнет он замечательно, кстати. Он чем-то похож на трутовик. На серно-желтый. По аромату. У древесных получается одинаковые ароматы. Классно. По запаху напоминает трутовик серно-желтый. Прям один в один. Видно, у древесных грибов схожесть есть. Вижу, там как будто тюльпан, да? В лесу прям тюльпан растет. Вон вдалеке там красиво. Пойдем посмотрим. Тут кругом ландыши. Только-только зацветают. Наверное, недельку, и здесь будет все в цветах. Пион кавказский. Нынче краснокнижное растение, поэтому мы его не срываем. Мы просто его смотрим, фотографируем, любуемся, снюхаем. Обычно пион кавказский сигнализирует нам о том, что рядом есть сморчок настоящий. А сколько он красивый, класс. Один во всем лесу. Смотрите, прошли вперед и еще попались пионы эти. Издалека я думаю, это тюльпаны. Причем думаю, откуда в самом лесу тюльпаны? Так странно. Это вот такие пионы. Вот здесь красавица. Все зеленым, все зеленое на кадре, просто зелень. Ландыши цветут. Только-только вот батончики, смотрите. И у меня здесь хороший. У меня прям хороший. Вот какой. Хороший. Собирайте маленький.
Сегодня хорошая погода. Вчера весь день лил дождь. И надежды пойти за грибами было, ну, очень мало. Время идет, в лес выбраться хочется. А все размыто, просто жесть. Ну, зато на квадроциклах катались. Сейчас покажу вам наши заезды. Тут ножки остались от них. Кристина, один есть. И у меня ничего не стоят. И там еще один, вон. Ага. А вон, смотри, сзади пропустили. Еще смотри, вон там внизу. Огромный. Вот этот вообще, конечно, самый шикарный. Больше ладони. Мощь. Собираем сразу. Сразу собираем. Самый крутой вид. Как скипидар, может быть. Дубинка. Ага. Сменили локацию. Здесь у нас низина, намного прохладнее. Лес очень влажный. Ведем охоту за сморчками настоящими. Это ихние пенаты. Ух, пульс зашкаливает. Тоже большой? Большой. Вау, какая нога. Просто мощь. Давай во всю мою руку. Вот это да. Сморчелы кубанские. Это мощь. Сморчок уже отходит. Что не отходит, того доедают. Сезон уже закрывается у нас. Ну, красавцы. Корзиночка пополняется. Да, тут корзину уже битком пробуют. Что будешь сегодня готовить из них? Пока не решил. Это, кстати, старенький. Он как мочалка. Ну да, этот как мочалка. Может это быть, вот этот старенький будет неплохой. Эти два это уже все отжили свое. Это поинтереснее. На гриле их пожаришь? Ну, мы пожарим их обязательно на гриле. Есть еще пару вариаций, что из них можно сделать. Но вот этот, конечно, будет у меня в перспективе. Мочок настоящий, это прям... Ух, апогеи, наверное, вкуса. И обязательно конюшки приготовим тоже. Попробуем, сравним. Кристина, один есть. И у меня здесь вон они стоят. И там еще один, вон. Ага. А вон, смотри, сзади. Еще, смотри, вон там внизу. Огромный. Вот это вообще, конечно, самый шикарный. Вот это класс. Больше ладони. Мощь. Собираем сразу. Сразу собираем. Самый крутой вид. Как скипидар, можно. Дубинка. Ага. Мощь. Давайте заполезить, остановить. По-моему, да. Да, вот еще один. Два сюда. Во. Такие на Кавказе собирали. Там они только-только пошли. А здесь уже, друзья, они отходят. Видите, здоровые какие. Прям тютелька в тютельку успел. Еще бы чуть-чуть попозже и все. На этом все. Корзина практически битком. Опа. Жесть. Полчаса в лесу и полная корзина. Красавцы какие. Ну, то более-менее один можно. Собирай, взять, собирай. Нет, давайте. Давай я тебя поснимаю, чтобы там их передам. Да? Нашла вот такую красивую парочку. Сейчас Сашу позову. Пусть заснимет. Шикарные свежички. Слава, как будто лесовозная дорога такая, знаешь. Опа, старчат. Старчат, да. Брат, акробат. Это, красавцы. Первый и второй. Свежие. Супер.
Вот этот, конечно, шикарен. Потрясающе, его не поломать, довести бы так. Первый и второй. Супер. Вот этот, конечно, шикарен. Потрясающе, его не поломать, довести бы так. Я думаю, все видят. Вот это шляпина. О, красавец. О, есть. Вот это мощь. Вот это сморчело. Обязательно заберем. Пока плотный, крепкий. Надо забирать последние грибы весенние этого года. Какой красавец.